Здорово, это Шамшурин, и информация следующего характера для тебя. Это видео создано для того, чтобы тебе напомнить, ну, без лишней скромности, я скажу так, напомнить тебе о самом важном событии в твоей жизни. Ну, одном из, если взять твою жизнь, там, заглянуть далеко в будущее и еще заглянуть на несколько лет в прошлое, то, наверное, допустим, выделить можно 5-7 топовых событий. Ну и одно из них будет то, о котором я сейчас скажу. Это 27 мая групповой тренинг, который буду вести я в Москве. Значит, давай расскажу о нем коротко. Что это такое? То есть, значит, стартуем 27 мая, тренинг идет 9 дней. Две пары выходных, суббота-воскресенье и следующая суббота-воскресенье. Соответственно, по-моему, там 4 или какое это будет. Вот. Между этими днями у нас в среду будет еще одно вечернее занятие с 7 до 10 вечера. Теоретически всем быть обязательно. И еще на неделе, значит, вторник и четверг у нас полевые занятия с моими саппортами, с моими помощниками и так далее. Это техническая сторона. По поводу выходных, начинаем в 10, заканчиваем порядка 9, то есть это полностью день с утра до вечера. В середине дня у нас выделяется 3 часа или 4 часа, когда как, на то, чтобы ты сделал самостоятельные задания. Помимо меня в этом тренинге будет участвовать большое количество, ну как большое, ограничено большое количество саппортов, это моих помощников, которые будут пинать тех, кто не может это сделать самостоятельно. То есть их будет там, ну, порядка там 15 человек, думаю так. Но количество этих сертифицированных саппортов ограничено, поэтому в связи с этим мы ограничили количество мест в тренинге до 50. То есть больше 50 человек мы не возьмем ни при каких обстоятельствах. Только тогда качество тренинга и, соответственно, сходимость его и результат получится такой, как нужно. Давай расскажу, как все это проходит. Ну или давай сначала расскажу тебе, будем чередовать, то есть лирику, не с лирикой. Почему это одно из самых важных событий в твоей жизни? Потому что, ну, оно как минимум разделит твою жизнь на до и после. То есть на до прохождения и после прохождения. Вопрос, все вопросы, связанные с женщинами, будут решены на этом тренинге. Конечная цель, конечно же, чтобы ты когда-то нашел себе ту самую любимую, единственную, самую лучшую, самую классную, достойную девушку, создал себе семью. Если хочешь, у тебя будет время погулять и насладиться разными классными, красивыми девушками. Если хочешь, найдешь ее сразу, это уже твой выбор, так, как ты захочешь. Но самое главное, что ты получишь, что ты вынесешь, это состояние неимоверной какой-то супер-пупер легкости в общении, бескомпромиссная позиция сверху в общении с девушками, огромнейший пинок и толчок ко всестороннему развитию, и, соответственно, получишь выбор, неограниченный выбор из самых лучших женщин. И что делать с ними дальше, это уже выбирать только тебе. Что еще по поводу этого? Значит, тематики такие, значит, весь объем информации, связанный с тем, что, как перебарывать свои страхи, что говорить, как подходить, когда подходить, как при этом выглядеть, как нужно делать, как не нужно делать. Что говорить в первые секунды, как обрабатывать женские возражения из серии, там, я не знакомлюсь и не хочу с тобой общаться и так далее. Как правильно останавливать, как и когда правильно трогать, как знакомиться с двумя девушками, там, при маме, при собачке, при кошечке, не знаю, при ком угодно. Как заинтересовывать собой, именно собой, своей личностью, а не подарками, цветами, фальшивыми комплиментами и прочим, прочим, прочим. Как вызывать доверие, как брать номер телефона или другие контакты. Все о знакомствах, что только может быть, о твоих страхах, о том, что тебе мешает, о твоих отговорках, о твоем самообмане. Все это будет на тренинге. Значит, следующее. Как и когда правильно звонить. Как дозаинтересовывать по телефону, как сделать так, чтобы девушка не отправила вас в друзья, как сделать так, чтобы они вообще вызванивались, как сделать так, чтобы девушка с радостью пришла на свидание, что делать на свидании, какие бывают темы, отговорки, возражения, события, ситуации, то есть все, что может касаться женщин, все, что я за свой более чем 10-летний опыт работы и соблазнения наработал, все будет передано тебе в виде самой полезной, самой необходимой сухой выжимки. Никакой воды. У меня такой принцип, что на моих тренингах ты получаешь результаты никакой воды.
Твой результат мне нужен больше, чем тебе самому. Это мой принцип, мое кредо. Все, что делать после свидания, как переместить девушку к себе домой, как заниматься сексом, как плавно перейти к этому, как преодолеть какие-то возражения, последние сопротивления, как строить отношения, как быть для нее самым лучшим мужчиной, как выбрать ту самую из многих-многих. Абсолютный максимум информации будет на этом тренинге. Ты даже не представляешь, насколько ты близок к другому уровню, к другому качеству жизни сейчас находишься буквально в одном шаге. То есть есть некая невидимая стена, которая тебя держит, которая как бы отделяет тебя от... Блин, мужик, ну это очень сложно понять, потому что ты в теории понимаешь, что может быть по-другому, но ты не знаешь, как это. Это то же самое, что если бы ты никогда не ел лимон, не пробовал его, и я пытался тебе объяснить, насколько он кислый. Ты в теории это понимаешь, но для того, чтобы понять, насколько он кислый, тебе надо его попробовать. Тут то же самое, чтобы понять, насколько может быть легким, простым, кайфовым, комфортным, уверенным, свободным, полным выбора общения с женщинами, нужно погрузиться туда, и нужно просто сделать простой и верный шаг. Записаться на этот тренинг, пока еще есть места. И ты еще можешь успеть, количество мест стремительно сокращается, плюс... Опять же, есть некоторые технические моменты, которые не позволяют нам взять больше 50 человек. Поэтому я предлагаю тебе сейчас принять решение, мужское, волевое решение, изменить свою жизнь, перевернуть в ней все с ног на голову и раз и навсегда поменять свою ситуацию с женщинами. Если есть красивые девушки, если ты оборачиваешься им вслед, при этом бездействуешь, если ты видишь их постоянно с какими-то непонятными личностями, и ты все время думаешь, ну как же так, а как же я? С этим надо что-то делать, и нужно делать прямо сейчас, иначе ты просто рискуешь не успеть на этот поезд, который проносится мимо тебя, он называется жизнь. А она очень быстро проходит. Поэтому торопись забронировать себе место, ссылка для того, чтобы попасть под этим видео. Увидимся с тобой 27 мая, и это действительно твой билет в новую жизнь, и я, соответственно, тебе его подарю. Пока!